Хоккейный турнир на Кубок заслуженного спасателя героя Российской Федерации Юрия Ильича Воробьева стартовал в образовательном центре «Корабелы Прионежья». За победу сражаются 8 команд, причем все участники – это сотрудники МЧС со всего Северо-Запада. Одна из команд, которая представляет Вологодскую область, это команда Главного управления МЧС по Вологодской области. И это их третья решающая игра за выход в полуфинал. Завершился матч между коллективами «Дружина Великий Новгород» и «Волочанин». Со счетом 8-4 победу одержал «Волочанин». Ну, игра, как говорят по-хоккейному, валидольная была. Тем не менее, мы переломили в определенный момент ход игры в свою пользу, в свою сторону. И добились победы, положительного результата. А что значит валидольная? Ну, то есть, и непонятно. Сначала забили безответных 5 голов. Затем мы... Они почти приблизились к нам вплотную, то есть 4-5 счет стал. После такого преимущества, как бы столько шайб пропустить подряд, то есть тяжело потом найти свою игру, но мы тем не менее справились с этим, мы добились победы. Соперники довольно сильные собрались, команды почти все равные, то есть есть интерес, есть конкуренция. Посмотрим, что покажет игра наша в следующих играх. Я работаю в МЧС. В городе Череповец с начальником Корова, 12-я пожарно-спасательная часть. Какие там хобби для вас? Какие, да, сейчас на данный момент это хобби. В прошлом я занимался профессионально, но тем не менее не получилось дальше продолжить. Вот я здесь, защищаю флаги Главного управления МЧС по Вологодской области, сборной по хоккею.